Осмотр новостроек глава региона начал с торжественного вручения ключей тем, кому в новых домах было обещано жилье. Это переселенцы из аварийного фонда и дети-сироты. Новое жилье отвечает всем современным нормам и требованиям. Новоселы довольны. Я ничего не делала, я вот только вот мебель приобрела и все. А остальное у меня все, как вот они сделали вот этот ремонт, я этим ремонтом это, потому что нормально, все хорошо, чистенько, беленько, уютненько. Женщина признается, что не надеялась переселиться в нормальное жилье из трущоб. Так она называет барак, в котором недавно жила в микрорайоне УКСМ. Довольна и местом, и транспортным обеспечением. Уверена, что скоро этот микрорайон станет одним из красивейших в городе. По словам профильного министра, до конца года еще многие получат квартиры. Вообще на этот год запланировано по детям-сиротам приобретение за счет бюджетных средств квартир на 219 детей-сирот. Уже на сегодняшний день на 46 детей-сирот квартиры приобретены, и еще на 195 квартир будет приобретено до конца года. На следующий год количество приобретаемых за счет бюджета квартир будет увеличено до 240. По существующим правилам, жилье для детей-сирот приобретается с привязкой к месту жительства. Кроме того, в одном доме процент социальных квартир не может превышать 25%. Сегодняшний день предоставление жилищных, получение жилищных условий является первостепенной задачей наряду с другими на территории Ульяновской области. Не только население ждет, но и Сергею Ивановичу Морозу очень большое спасибо в связи с тем, что он уделяет особое внимание. Мы будем целиком и полностью поддерживать те начинания, которые на сегодняшний день есть у нас в регионе. Осмотрев не только квартиры, но и микрорайон, глава региона призвал заняться благоустройством «Севера-1» и поинтересовался у застройщика о строительстве зданий для социально значимых учреждений. Интересовала дальнейшая застройка, а также наличие парковок. Общее количество проектируемой жилой площади около 26 тысяч квадратных метров. С учетом многоэтажки и пятиэтажки? Нет, чисто проектируем пятиэтажные жилые дома. Количество проектируемых парковок 500, которое способно удовлетворить как наших проектируемых жильцов, так и разгрузить немного ситуацию существующую. На состоявшемся сразу после объезда совещании в правительстве губернатор отметил, что Ульяновская область – один из немногих регионов, где пандемия почти не помешала строительству, и призвал строителей и профильное министерство не терять темпов работы. Павел Половов, Артем Куранов, Новости Улправды ТВ.